В Доме детства и юношества провели День знаний для воспитанников учреждения. К 1 сентября было организовано театрализованное представление «Следствие ведут ученики или дело о пропавшем звонке». Зрителями и участниками стали ученики начальных классов. Школьники не только смотрели за приключениями сказочных героев, но и помогали им, играли и веселились. После торжественных линеек и официальных мероприятий представление стало хорошим продолжением праздника. Но школьники не просто веселились, им давали задания, способствующие развитию памяти, речи. Дополнительное образование имеет огромное значение. В свободное от основной учебы время дети в Доме детства и юношества развиваются, обучаются, проводят досуг с пользой. Здесь работают 34 объединения по 9 направлениям. В их числе военно-патриотическое, научно-техническое, спортивное, художественно-эстетическое и многое другое. Всех желающих, чтобы их дети провели внешкольное время с пользой, приглашают в Дом детства и юношества найти увлечение ребенку. Ведь вкупе дополнительное и общее образование способны создать единое пространство для полноценного развития личности.